Мой муж покупает мне розы, саженцы по своему вкусу. Вот это вот как раз одна из его роз. Она первый раз зацвела в нашем саду. Сорт чайно-гибридный циркус. Она желтая с ярко-красными краешками. И получается, что как будто оранжевая. Такой вот у нее эффект. Как будто она оранжевая. Вот этой вот розе, наверное, уже дней 8. Она хорошо держится долго. А плотненькая такая, довольно-таки красивая. Мне понравилось. У меня одной желтой и оранжевой розы вообще нет в саду. Яркая такая. Во второй бутончик. Очень хороша. Роза циркус. Просто видеопортрет растения. Сейчас июнь 2024 года. Я на даче в Подмосковье.